Ну что ж, друзья, так как у нас сейчас скачано MIUI 9 на Redmi Note 5, нам придется скачивать MIUI 10 на Redmi Note 5. Как видите, я зашел в Downloads и, собственно, выбрал All Devices Redmi Note 5. И, соответственно, захожу в Redmi Note 5 Global и скачиваю, естественно, вот он, 8.9.13 MIUI 10. Download Full Version. Ну, так как она у меня уже скачана, вы, я думаю, скачаете, нормально у вас все получится. Ну, а теперь перекачиваем, естественно, на, значит, Redmi Note 5. Я думаю, что как это сделать уже всем показано 10 раз. Если не знаете, смотрите на предыдущих моих роликах. Ну, а далее, друзья, у нас все обычно. Подсоединяем кабель microUSB к нашему смартфону. И далее надо потянуть за шторку. И здесь зарядка через USB выбрать. И, собственно, передача файлов. После чего у нас на нашем ПК появится Redmi Note 5, внутренний общий накопитель, открываем его, ну или SD-карточка, если у вас есть microSD, да. Ну и, собственно, копируем наш файл, вот он внизу у нас, нажимаем копировать и вставить сюда. Все как обычно. Ну и ждем, пока скопируется. Итак, друзья, сейчас здесь стоит MIUI 9, и мы установим последнее обновление MIUI 10. Прежде всего, посмотрим, как всегда, результаты бенчмарка AnTuTu. Это 115 тысяч. Запоминаем. Ну, теперь обновляем. Следующим образом, настройки заходим, о телефоне, обновление системы, три точечки, выбираем пакет обновления. Пользуемся проводником, и здесь внизу вот мы и закачаем. Причем, смотрите, два обновления. Я пытался Global установить 9.5.27 русскую версию, у меня не получилось, к сожалению. Вот сейчас вам тоже могу показать, что если Global Flash Order Older Version is not allowed. Так что мы опять то же самое делаем. Выбор пакет обновлений, только сейчас уже выбираем последнюю версию 8.9.13 MIUI 10. Ну и устанавливаем. Ну и сейчас нас предупредят о том, что вся информация будет удалена, но это ничего страшного, потому что на Google диске у нас вся информация есть необходимая, поэтому все будет хорошо. Идет распаковка. Ну и нас предупреждают, что значит, ну ничего страшного, ваши данные будут удалены. Да, выбираем очистить. Еще раз очистить. Последняя версия MIUI 10 накатилась. И выбираем далее. Выбираем русский язык. Еще раз далее. Теперь Россия. О, наконец-то Россия появилась вверху. Не надо искать ее. Ну, к Wi-Fi я уже подключился. Там есть такая... Особенно, что если вы заснете, да, то у вас потребует потом заход в аккаунт MIUI. Для этого надо подключаться к интернету. Ну, ладно. Значит, далее пропускаем сим-карту, потому что у нас ее просто нет. Проверка обновлений. Я думаю, что это будет некоторое время. Да, естественно, копировать данные из Google хранилища, вот как видите. Как помните, далее у нас будут спрашивать, скачивать ли все на Google серверы. И я всегда ставлю галочку «Да» и вам предлагаю. Нас спрашивают, добавить ли предыдущий, но у нас предыдущий это и есть тот. Так что... И вот последняя версия, это 40 минут назад, Redmi Note 5. Собственно, все галочки стоят и нажимаю «Восстановить». Так, вы можете продолжить настройку устройства Redmi Note 5. При этом идет уже восстановление в фоновом режиме. Сейчас яркость пока нельзя исправить. Она далеко не самая большая. Далее от нас требуют торжественно прокричать три раза «Окей, Google!» «Окей, Google!» «Окей, Google!» «Окей, Google!» «Окей, Google!» Теперь 4 раза, надо же. Так, ну и вот эта галочка, про которую я говорил. Резервное копирование на Google диск. Ну, все остальное отключаем.
А тут почему-то нет отключить. Ну да ладно. Нажимаем принять. Нет, спасибо. Так. Включить синхронизацию. Ну, вы знаете, использовать, но пока пропустим это дело. Ну что, у нас есть Google диск. С него и будет. Ну и что, не нажимается далее. Только выключилась камера и сразу же все нажалось. Как-то смешно. Вот, и далее, естественно, пока я не хочу отпечаток пальца и блокировок. Так, тут все отключаю. Далее. Ну и, собственно, хочу классический вид. Ну и загрузка приложения классическая. Что же, друзья, первый запуск. Обновленный MIUI 10. Версии 8.9.13. Ну и сейчас, вот как видите, завершение настройки. И там идут обновления. Все подряд вон. То есть обновлять все будут приложения, устанавливаться, которые у меня были. Что ж, друзья, прошло время, все наши приложения скачались и установились, и теперь самое время запустить Antutu Benchmark. Как видели, да, все вот приложения, которые на рабочем столе, они были в предыдущей версии 9.6 там и так далее, но они все полностью восстановились. Вот, я их не устанавливал, не заходил никуда, просто подождал некоторое время, подождал, пока они все восстановятся, и, собственно, так, заходим в Benchmark Antutu, нажимаем тест и, собственно, ждем. Стой, подожди. Я тебя засыпаю. Ну что ж, друзья, вот они результаты тестов. 115 503. И, собственно, в общем-то, такие примерно и были. Так что это по поводу производительности. Ну и сейчас посмотрим на плавность действия и вообще, как все работает. Ну, на первый взгляд, вообще все, конечно, идеально. Но сейчас будем опять смотреть и тестировать. Что ж, давайте проверим. Пока никаких проблем. Вообще никаких проблем. Все работает отлично.